Сейчас я хочу, я вам показывала в этой коробочке, мне лежали замученные баклажанчики. Так вот, они, значит, что-то не всходят. И я сейчас их хочу замочить перекись водорода, а потом вот в воде помыть. Итак, достаем баклажанчики. Вот. Сидят тупо неделю уже. Сейчас я их промою. Так, берем перекись. Так, вот я, значит, открыла, то никак. Наливаем. Так. Это я сейчас закрою опять, чтобы не проливать. Берем сюда. Так. И кладем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. На 3 минутки. Баклажаны свои. Это они почему-то не сходят. Так, еще вот здесь у меня. Вот еще один. Вот еще один. Так, засекаем время. Вот видно. Пусть посидят там. Так, а потом вот эти также сделаем. Так, а тут у меня томатики. Ну, томатики я не буду делать. И перчик не буду делать. Подожду еще, потому что я их смочила 2 дня назад. Баклажаны уже как неделю. Вот эти тоже не всходят. Видно вам? Так, сейчас подождем. Эти, значит, я кладу опять в коробочку, чтобы они мне не мешали. Так. И начнем доставать. Вот сюда в воду семена. Так, я не знаю, видно вам, не видно? Да, достать трудно. О, одну достали, раз. Так, вот кое-как достала. Вот смотрите, здесь пусто. Там это плавает грязь. Так, и вот сюда положила. Очень трудно доставать. Так, пока те моются в воде, я сейчас положу вот эти другие. Так, чтобы вам видно было. Так. Пусть эти постоят 3 минуты. Так. Так, теперь пора вынимать белые баклажанчики. Это я убрала, чтобы не мешалось. Вот. Теперь пора вынимать белые баклажанчики. Сейчас будем вынимать. Очень. Я вынимаю вот таким совочком. Очень муторно сейчас. Вытащу все, потом вам покажу. Так. Было очень трудно достать. Я пошла, слила воду. Сейчас снова налью. И вот сейчас пальцами достану. Так. Так, вот. Кое-как достала. Так. Кладем. Закрываем. И заворачиваем.
Так, это готово. Так, теперь вот этих надо достать. У них сколько? Сейчас я пойду сюда воды влью, а это солью. Так, показываю. Сюда я, видите, воды налила. А это я слила, потому что не очень удобно. Так, сюда сейчас все вывалим. Опа. Легче так сделать. Два семечка осталось. Сейчас мы их... одну семечко никак. О, наконец-то справились. Ну вот, сейчас они помоются, и мы, значит, так, ты куда? И мы, значит, мы их опять положим в салфеточки. Так, ну вот, сейчас пойду воду вылью, а то неудобно доставать. И... А, мы сейчас вот сюда перелим. Ну-ка, попробую. И попробую достать, чтобы не ходить. Ой! Так. Опа. О. Все упали. Сейчас я их положу аккуратненько. Так, вот я положила аккуратненько. Теперь закрываем второй штучкой. Заворачиваем и ждем. Ну, денька два, говорят, через два денька должны проклюнуться. Посмотрим. Так, вот в эту коробочку опять кладем. Закрываем, чтобы мурка не залезла. Это наша кошка. Так. Посмотрим, что будет через два дня.